Привет всем! Сегодня в нашем видеообзоре хочу рассказать о пенниборде бренда Explore, модель Pennyboard 28, представленная в черном, зеленом и синем цвете. Давайте более подробно рассмотрим характеристики такого пенниборда. Как вы видите, дека выполнена из прочных композитных материалов. Имеет форму рыбки с загнутым хвостиком. Сверху рифленая поверхность, которая будет способствовать лучшему сцеплению вашей ноги с поверхностью пенниборда. Подвеска. Подвеска алюминиевая, прочная, матового цвета. Также под подвеской вы можете увидеть 3-миллиметровую поливинилхлоридовую прокладку. Колеса данного пенниборда полиуретановые 60 на 45 миллиметров жесткостью 78А. Но опять-таки хочу обратить ваше внимание на то, что колеса, подшипники – это все расходный материал. В любой момент вы можете поменять колесо, установить колесо либо одного цвета, либо другого по желанию. Также самые подшипники вы можете поменять, улучшить пласт прочности, поставить 7, 9, 11, улучшенные, прорезиненные можно поставить подшипники. Все это расходный материал. Все это меняется. Если самостоятельно вы не можете заменить расходники, можете обратиться к нам. У нас есть сервисный центр, где даже при вас можем поменять расходный материал. Также обратите внимание на то, что на всех моделях данных пенни-бордов колеса имеют разную расцветку. Выполнены синим, красным, желтым, зеленым цвете. У черного пенниборда будут желтые с красными колесами. Размер деки составляет у такого пенниборда 28 дюймов. В заключение хотелось сказать о том, что такой пенниборд могут эксплуатировать как дети в возрасте от 6, 7, 8 лет, так и взрослые весом до 100 кг. Максимальная нагрузка, которую выдерживает такой пенниборд. Также не забывайте о своей безопасности. При катании на пенниборде, как и на скейтборде, необходимо одевать защитные аксессуары. Надевайте шлем, колени, локти, ладони. Также, если у вас есть какие-либо вопросы, можете писать их в комментариях под видео, либо присылайте к нам на почту. А также, если вы хотите увидеть видеообзор на другие интересующие вас модели пенни-бордов либо скейтбордов, также присылайте к нам на почту, либо пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание и удачного катания!